В честь любимой по цепи на каждую руку. Накануне помощь спасателей потребовалась пациенту одной из ярославских больниц. При поступлении на госпитализацию на запястьях мужчины врачи увидели не совсем обычные браслеты. Украшения были изготовлены из автомобильных цепей. К тому же, как выяснилось, для него они имеют глубокий смысл. Ярославец пояснил, что повесил цепи в честь любимой женщины. С браслетами мужчину госпитализировать отказались. А чтобы их снять, пришлось вызывать сотрудников Центра гражданской защиты. Операция по снятию много времени не заняла и прошла успешно.